Тефаль, французский бренд Тефаль, сегодня представляет вашему вниманию главное предложение только одного дня. Самая выгодная покупка – это два в одном. И утюг компактного исполнения, легкий, его держать в руке действительно легко, и сверхмощный. И это еще и отпариватель, который приводит в порядок вещи в вертикальном положении. Друзья, Алексей Мичурин представит нам самую выгодную покупку только одного дня от французской легенды Тефаль. Ну что ж, дорогие друзья, это устройство два в одном. Как вы видите, я сейчас традиционно глажу рубашку. Он великолепно разглаживает замятые ткани на гладильной доске. Но также этот утюжок может работать и как отпариватель. Посмотрите, да, легкое скольжение. Буквально за одну проходочку мы разгладили все замятости на этой рубашке и получили с вами великолепный результат. Благодаря компактной подошве мы сможем с вами прогладить даже сложные ткани, сложные какие-то конструкции. Справляется с любыми видами тканей. Естественно, это и хлопок, и вискоза, и лен, и шерсть, и шелк, и многое другое. Но также с помощью этого утюжка вы сможете не только разглаживать вещи на гладильной доске, но и отпаривать их непосредственно на вешалке. Я разглаживаю пиджак, Оля разглаживает свою блузочку. И разглаживаем мы с помощью, опять же, нашего утюжка и отпаривателя два в одном. Мощная подача пара позволяет проникнуть глубоко в структуру ткани. И даже вот такую грубую ткань от пиджака я разгладил с помощью нашего отпаривателя. То есть, друзья мои, мы сможем с вами и гладить традиционно, и отпаривать с помощью мощной подачи пара. Да. В комплекте у нас, кроме самого утюжка, идут еще две насадки. Угу. Насадка со щетинкой для того, чтобы разглаживать и очищать вещи от каких-либо загрязнений. И плюс дополнительная вот такая вот, не насадочка, а приспособление для снятия ворса, для снятия пыли с каких-то поверхностей и одежды, и мягкой мебели в том числе. 2 метра шнура, стаканчик в комплекте для того, чтобы наливать водичку. И плюс ко всему вы получаете не только вещь, которая поможет вам приводить вещи в порядок, но и дезинфицировать их. Это актуально, когда у нас дома маленькие детки, у них есть подушечки, мягкие игрушки. Пар проникает в ткань и уничтожает микробы. То есть вы дезинфицируете вещи, делаете их безопасными для здоровья. Также можно продезинфицировать, например, матрас, на котором мы спим с вами лет 20. Кто там живет внутри? Неизвестно. Лучше все продезинфицировать, чтобы спать спокойно. Итак, сегодня мы вам представляем от французской легенды, от бренда Тефаль. И отпариватель, и утюг два в одном в компактном легком исполнении. Сверхмощное устройство по очень доступной цене. В комплекте вы получаете сам отпариватель. Шнур здесь 2 метра, кстати, достаточно длинный. Обычно у отпаривателей маленький шнур, вечно не дотягивается. Еще смотрите, здесь в комплекте специальная щетка для того, чтобы производить химчистку на дому. Очень актуально, особенно к осенне-зимнему периоду. Пальто сейчас достаточно. Приведем в порядок, удалим затхлый запах и четко все прям прочистим. И специальная щетка для того, чтобы привести в порядок наши вещи, быстренько их прочистить. Покажем, как в прямом эфире можно всем этим пользоваться. Цена 1799 рублей, 47% экономии. И это самая выгодная покупка от французского бренда Тефаль, которая действует только сегодня. Вообще, Алеш, за одну презентацию было продано более 700 вот таких отпаривателей. Да. 100 новых покупателей присоединились к нам благодаря бренду Тефаль и устройству два в одном. Ведь бренд Тефаль думает о вас. Кстати, мы знаем бренд Тефаль уже более 70 лет. Я уверена, что у каждого из вас дома есть техника французского бренда Тефаль, которая ни разу нас не подводила. На официальном сайте цена выше 2418 рублей. Там она со скидкой указана. У нас сегодня самая выгодная цена во всем мире. Аналогов цены вы не найдете, но цена снижена только на сегодня. Успейте заказать как можно скорее. Алеш, вы знаешь, мы сейчас вот когда переезжали, я достала и зимние вещи, сейчас вот тоже их уже развесила в новый шкаф. И знаешь, что мне не нравится? Вот запах. Вот все-таки полежат вещи, затхлый запах.
Все понятно, я понимаю. Да. Перед тем, как надеть мне тоже мое кашемировое пальто, мне придется сходить в химчистку, 2000 рублей заплатить, чтобы все отгладить и все отхимчистить. Ну, либо какой-то искать способ, как привести в порядок свои пальто, пуховички, ну, да, шубы. Ну, стирать курки нельзя. И так далее. Вы сможете использовать наш великолепный тефаль для того, чтобы избавить от запаха, для того, чтобы устранить складки и для того, чтобы так обновить вещи, привести ее в порядок. Вот таким образом вы сможете пальто, куртки, свои вещи зимние отпаривать и приводить в порядок. А с помощью специальных насадок, которые у вас есть, вы сможете еще и снять ворс, который может прилипнуть в процессе эксплуатации. Отлично, вот таким вот отлично. Образом. Смотрите, мы вычищаем поверхность нашего пальто. Прекрасно. И вот он, где весь ворс, вот на этой специальной, на специальном приспособлении для снятия ворса. Естественно, это касается не только пальто, не только верхних вещей, но и, допустим, каких-то коф, да, кашемировые, шерстяные и так далее. Утюг и ручной отпариватель 2 в 1 – это очень удобная вещь, которую можно использовать без ограничений, как для деликатных тканей, которые нельзя гладить ни в коем случае, так и для грубых тканей, для таких как катон, джинс и так далее. Например, сейчас... свитера. Вот да. Смотри, Алеш, как только наступает зимний период, мы достаем свои любимые шерстяные свитера. Какая. Их погладить невозможно, потому что к ним сразу прилипает утюг. Ну и посмотрите, друзья, идеально же. Буквально один раз провели, и все отгладилось. А здесь вообще, смотри, сложно сочиненная вещь. Здесь еще и подол у нашего свитера есть, такой дизайнерский ход. Вот, который тоже нужно разглаживать. Это сложная работа. Вот такие вещи нам нравятся обычно, но мы проходим мимо них, потому что знаем, мы понимаем, что за ними сложный уход. Но мы теперь с вами можем с легкостью ухаживать за любыми абсолютно вещами. В том числе за обувью. У кого замшевая обувь, то ее нужно, естественно, чистить и применять пар в том числе, потому что замша под паром великолепно расправляет свои ворсинки и становится как новенькая. Поэтому и одежда, и верхняя, и нижняя, и обувь. 2 года гарантии, не забудьте, это французский бренд Тефаль. И 10 лет гарантии на все запчасти. Если вдруг что-то сломается, в течение 10 лет бренд Тефаль вам вернет вот эти вот детальки. Все лучшее для вас.